Навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Ох, і підгорає. Головний пропагандист Кремля Соловйов у своїх ефірах не стримує емоцій. Той, зриваючись на крик у своїй теплій студії, вимагає не чекати контрнаступу України та застосувати ядерну зброю. Зачем ми ждемо контрнаступлення? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения, центров принятия решений Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем вы разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы. Помогло вам ядерное оружие? Ну у нас же не стратегической ядерной бомбы. Кому адресовалась эта карикатура? О чем это было? Когда куча людей несут бюсты Путина к Путину. В чем состоит их замысел? Мы иногда говорим о каких-то красных линиях, смехотворных, уже никто не боится, их никто не понимает. А ще Соловйов засмучується, що до армії досі не набрали 3 мільйони осіб. І в школах не вели НВП, тобто до призовну підготовку юнаків. Наші високомудрі стратеги що, не розуміють? Нам попытаются поджечь всюду по границе. І ми делаем, що все нормально? Ми не видим, як росте діаспора русофобов? Ми собираемся вообще просыпаться? Ми чего ждем? Верховный летом сказал, мы еще даже не начинали. Ну, давайте уже начнем. Стоит вопрос о физическом существовании русской цивилизации. Вы что, не видите, как Запад? Например, я вообще не понимаю, почему мы Прибалтике позволяем вообще существовать? Почему у нас армии не 3 миллиона? Не 5 миллионов? Почему мы не создаем народное ополчение? Я месяцами говорю о необходимости начала рекламной кампании по набору. Ничего не сделано! Не создается ничего! Вы что, издеваетесь, что ли? НВП не вести до сих пор. Сентября ждут. Как хуйня не может принять решение? Что ему мешает? Здається, пропагандист всерйоз починає шукати винних вже серед путінських посіпак. Против нас 50 иностранных государств. Идет война с НАТО и его пособниками на территории Украины. Извольте воевать настоящим образом, а не с завязанными руками и скованными ногами. І дуже, дуже тривожно в ефірі зливного бочка Скабєєвої. Адже російські окупанти активно зміцнюють оборону Криму, готуючись до контрнаступу ЗСУ. Итак, Россия укрепляет свои оборонительные позиции в Крыму, активно готовясь к возможному наступлению ВСУ, сообщает ваш пост. В публикации прилагаются спутниковые снимки компании, американской, конечно, Максар, на них видны десятки километров окопов, глубокие канавы и так называемые зубы дракона. Также сообщается об установке артиллерии вдоль берега Чорного моря. А ось, до речі, ще кілька хвилинок великої геополітики на шоу пропагандистки Скабєєвої. Зверніть увагу на їх похмурі та тривожні обличчя. Здесь не нужны какие-то бодрые оптимистические заявления по этому поводу. Риски и угрозы в военном отношении для России на северо-западе нашей страны кратно возрастают. Никакой основополагающий акт России и НАТО не будет препятствием принятия соответствующего политического решения в Вашингтоне, Брюсселе и Хельсинки при возможном размещении американского тактического ядерного оружия на финской территории. Это вопрос политической целесообразности. И никаких протестов обеспокоенных финских граждан не будет. Финляндия сознательно выбрала для себя такую позицию. Она консенсусная в политических элитах. И, разумеется, финский народ это поддерживает. Это их выбор. Ну а в ближайшей перспективе к ним присоединится и Швеция, после того, как они урегулируют свои проблемы либо с Эрдоганом, либо с тем турецким лидером, который определится в случае, если Эрдоган проиграет майские выборы и возглавит Турцию. Поэтому это вопрос только времени. Ну уже озвучены определенные планы, это формирование нового армейского корпуса с нуля на северо-западе России. Очевидно, что необходимы очень серьезные усилия по усилению противовоздушной обороны Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельской, до всего северо-запада. Очевидно, здесь необходимо принятие решения на уровне Совета Безопасности по дополнительному увеличению государственного оборонного заказа на всю номенклатуру средств и комплексов противовоздушной обороны. От С-400, соответственно, БУК-М3, ТОР-М2 и прикрытие, опять же, и в рамках... Вот приезжает Александр Григорьевич Лукашенко, было бы очень хорошо поручение отдать Комитету государственной безопасности Республики Беларусь начать активно работать по финнам, по фінському воєнному аташету в Мінську, тому що той же самий. А що трапилось? Вже не такі сміливі і не жарт дня. Так званий Інститут світових цивілізацій ліберально-демократичної партії Росії, ЛДПР,
планує запустити нейромережу «Жириновський», яка моделюватиме думку покійного політика з політичних питань на базі понад 18 тисяч годин його минулих інтерв'ю та виступів. Проєкт «Політичний алгоритм Жириновський» – це проєкт в сфері іскусственного інтелекту, новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России в отношении той или иной проблемы, животрепещущей как в сфере внешней политики России, так и внутри страны. Уверен, что этот проект будет успешным. К его реализации мы привлекаем талантливую молодежь, которая идет сегодня по всей стране, в русском мире, вслед за Жириновским. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! І обмовочка по Фройду. Російська сенаторка Олена Афанасьєва обмовилася та перепутала ЛГБТ із ЛДПР. Под видом правозащитной деятельности провашингтонский мир ведет системную работу по распространению своей деструктивной идеологии. Например, только в марте было опубликовано 3 доклада, в которых правозащитная тематика использовалась для пропаганды ЛГБТ и поддержки экстремистских структур. Ну ничего, ничего. Просто хтось завтра зникне безвісти.